moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Ну, честно говоря, очень такая насыщенная игра. Много борьбы, много единоборств. Ну, я так думаю, что хотела выиграть как команда «Зимбру», так и команда «Рапид». Но бывает всякое в этой жизни. Мы были, может быть, ближе к победе. Был чистый гол или какие-то проблемы, но все-таки со стороны показалось, что был чистый гол. Положительный, опять же, положительный – это, может быть, ничья и выигрыш, положительный. Но по тому сюжету, допустим, я же опять же говорю, что в концовке забили гол, и они засчитали, опять же, спорный, по крайней мере. Можно сказать, что несправедливо. Но это футбол. Игра была такая рваная, непонятная. И кусками вроде бы получалось, кусками в большинстве случаев не получалось почему-то. Не знаю, может, над ребятами какой-то давлеет результат. Не знаю, почему так бывает. Минуты хорошие проводят на футбольном поле, идет конструктивная игра. Бывает, что все валится как будто бы из рук. Естественно, что те даже маломальские моменты, которые мы создавали, в принципе, их нужно просто было в одной точке. Там не успели, там не добежали, там что-то придумаем, какие-то невероятные под себя, на себя, когда во вратарской находится. В принципе, для нас что-то надломилось в плане того, что какого определенного результата, в плане мы не можем никак выиграть. Что-то мы не можем скрыть, не можем забить. Даже если забиваем, то очень тяжелые какие-то мячи. Не знаю, что происходит с ребятами. В принципе, разбираться, потому что все вроде бы здесь ничего-ничего, а последнюю точку не можем поставить в нужный момент. То там не успеваем, то здесь. Поэтому и происходят сложности. Ну, вы знаете, даже если, как комментировать, если это капитан, оплот команды, который ведет за собой, и он в такие сложные минуты подводит, по большому счету подводит команду. Такого, я не знаю, я там не видел, в принципе, но, наверное, если там что-то произошло, наверное, там было что-то. Я говорю, будет наказан по всей строгости. Так нельзя подводить команду. Такие лидеры нам не нужны, по большому счету, если так разобраться. Мы его просили быть осторожным, быть во всех моментах лидером. И почему-то вот так происходит с ним. Я не знаю, что с ним происходит. Может, что-то в голове у него там происходит. Олег не имеет права такого делать. Просто подвел. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbalul autohton, pe primul site de fotbal din Moldova.